гурами, семейство лабиринтовых. Основные две разновидности, распространенных в наших аквариумах. Это гурами голубой или мраморный. Здесь также видно гурами солнечный или желтый гурами. Довольно-таки мирная рыба, живет и нерестится парами, называют их еще рожденными в пене, так как самец строит на поверхности аквариума гнездо из пены, после чего приглашает самку и, как бы отжимая из самки икру, собирает ее потом ртом, забивает в эту пену. В дальнейшем мы постараемся отснять этот процесс. И таким образом икра инкубируется в пене, находящейся вдоль поверхности воды. Значит, различаются по спинному плавнику. Вот сейчас еще трудновато определить здесь, так как молодые, но примерно, то есть видно у самки верхний плавник спинной круглой формы, у самца он более вытянутый, вот видно на фото более круглый плавник. Мирная рыба, но частая причина, почему любители считают, что не очень мирная рыба, так как в аквариумах в основном очень свежая вода и очень высокая температура. Данные показатели являются стимуляторами нереста, в результате чего, то есть как бы агрессивность самца повышается, так как ему надо территорию для нереста. Видно, значит, перед грудными плавниками имеются такие нитевидные назовем их щупальца или тоже плавники, вот. Значит, что является органом осязания, в природе водится в очень мутной воде, и поэтому там основную роль играет не зрение, а именно органы осязания. В общем аквариуме можно наблюдать, как они подплывают к другой рыбе или друг к другу, и этими щупальцами или детекторами, как их назовем, оглядывают, как бы друг друга ощупывают. Ну, вот тут попала в кадр жемчужная гурами. Ну, и две сейчас. Вот они, жемчужная гурами.